утро, Александр Зиновьевич. Доброе утро. Мы рады приветствовать вас на Клецкой земле. История Клецка связана с написанием первой книги на белорусском языке. 16 век. Здесь проповедует известный философ и гуманист Симон Будный. Для нас приятно, что именно в Клецке Симон Будный написал свою первую книгу «Катехизис». Мы находимся здесь, в городском парке, где несколько лет назад был заложен храм, и в основу храма, фундамент, были заложены кирпичи того храма, когда проповедовал Симон Будный. В прошлом году мы отпраздновали 890-летие нашего города. Это первое упоминание в летописи. Была проведена реконструкция городского парка. Дальше мы не останавливаемся в этом направлении, работаем и в этом году. Нужно поблагодарить предприимчивых радзивиллов за появление вот этого предприятия. В середине 16 столетия Клецк принадлежал роду радзивиллов, и в 1896 году появился неподалеку от Клецка в Радимонтах консервный завод. Основная масса продукции реализовывалась в Варшаву. Дети, для них мы выбираем самое лучшее. Имея 200 гектаров земли, данному предприятию позволяет выращивать именно сырье собственного производства для детского питания. Мы не используем и не применяем пестициды, гербициды, минеральные удобрения. Выращивается экопродукция. Мы не используем консерванты, мы не используем загустители. Только при новых технологиях, при использовании термической обработки мы увеличиваем качество производимой продукции. Погода в этом году испытывает аграриев на прочность. Что говорить? Но вы нашли свой рецепт спасения от засухи. Впервые в прошлом году мы попробовали выращивать такую кормовую культуру, как сорга. Она менее требовательна к почвам, хорошо переносит засуху. Самые знаменитые клецкие сырки? Да, Ольга, по этому поводу есть анекдот. Самая свежая продукция – это что? Это свежевыловленная рыба, это мясо убитого животного и клецкие сырки. Основное наше производство – это производство сухого молока, масло сладко-сливочное. Это экспортно-ориентируемое предприятие, где 80% продукции поставляется на Российскую Федерацию. Ну и также производим цельномолочную продукцию для нужд Клецкого района. Когда-то эти земли были сплошными болотами. Существует легенда, что сюда отправляли на мор за смертью. Те условия жизни, которые были здесь, на этих топких землях, болотах, дали возможность сплотить людей. Это самые трудолюбимые, самые дружные люди. Они называют себя клецкими полешуками. 65 лет назад здесь появился народный хор. От 21 до 75 – преемственность поколения и та самая уникальная манера исполнения. В репертуаре Мурманского народного хора присутствует более 60 песен. Это народные песни, это песни белорусских авторов. Бабушки готовы спеть даже на английском. Наши бабушки очень много гастролируют, объехали полмира. Это наша гордость. Мы сохраняем традиции, мы передаем от поколения к поколению.